Мед привезли. Это видно с урывки. Володя открывает дверь. Ворота. Мед чистый, всегда продает, без всяких добавок. Бывает воды много, а у этого все плотное. Леонид Павлович сейчас забито слово урывки. Тюменцевского района. Ну что, сразу куда? Ну, я не знаю, но можем нам туда, может, повозить. А потом, который батюшкина, сюда завести. Подожди, не разворачивай. Ну, пускай разворится. Так. Сколько банок? 10. Это от Шерсобитова, да? Да. Так, рассчитаться мы должны, да? Да не знаю, ничего не говорил. А. У вас деньги-то готовы? Вот они в кармане. Он не говорил, что вы должны. Деньги готовы. Сейчас я наберу. Мы тогда дали это знать, он из каких стран, говорит, там заказ делали. Так, я правильно понял? Сейчас он позвонит, узнает. Он сказал, они говорят. У вас только 10, да? Да. Только 10 банок-то? 10. А остальные-то где? Не знаю. На сколько договорились? Я не знаю. Там кто-то из сестер собирал эту информацию. Ну, меня-то позвонили, я сказал, будете брать? Я говорю, буду, я 10 штук беру. Вон, я. А остальные-то кто заказывал, я не знаю. У него стоят, ну, наверное, 4 не это. Наверное, у него там остались. Так, сейчас еще раз. А с вами кто договорился? Батюшка? По 500 сказал он. А? Звонили. А, дед. А. Что они недоступны все. А батюшка, наверное, с ним договорился. Ну, Любовь Николаевна, позови. Кто у нас не разговаривал-то? Перезванивали тут батюшка. Все, ну я сразу согласился. Тем более мы у него берем каждый год, вы же знаете. Ну так. О, гули у меня, гули заходят. Вот. Всю стройку эту показываю. Смотрю, и страшно. Такая высота, и на чем все держится. Ужас какой-то. Краны показывают, падают. Просто... Вот так мог много кранов заснять. Да, 20. Я 10-то это только в багажнике. Ну да, у меня же счета 20. А, 20? Ну да. Я что-то про тебя забыл вообще. А, ну все понятно. Что-то я до них дозвониться вообще не могу. Ну ладно, я сейчас скажу. Пока на колесо можешь заснять. О, забегали. Коты. Вот так. У нас тут везде надписи есть. Ну давайте тогда. За 10 банок сколько там? Уже 10. Ну что, сошлось, а все? Нет, все 20. А? Я просто не знаю, я у него не спрашивал. Он деньги. Привез 20 банок, а да. Сейчас дозвониться не может. 10-то ваших и 10 еще. Ну, деньги возьми, купи тогда, он сказал, по 500. Я вот эти забираю, а то отдельно добавь, сколько есть. А у вас еще нету денег? Нет, у меня больше всего. Так. Ну, они повторили несколько раз, говорю. Это гречишный мед по 500 рублей. Я сейчас тогда тоже денег вынесу, сразу за 20 отдадим. А за потом... 20 отдать, конечно. Человек приехал, тут и говорить не надо. Цена одна. Я несколько раз переспросил, все так и есть, говорит.
Ну и все. То ли пораньше сегодня закончили, не видать людей. Обычно они в потемках еще работают и утром. Темно еще работают. Непогода, ветер, снег, мороз, все работает. Там, видимо, это не такие внутри-то столбы стоят. Везде арматура торчит, вон она, видать. Видишь, какая. Но все равно. Не знаю, что только у меня сердце болит за них. Я вот что хотел заснять наверху, как у меня это. Вон вся крыша, засиженная голубями. Ну, их не видать. Осталось 9. Один белый вылетает, прилетает, улетает. Вот так. За медом что-то не созвонился никак. Что, давайте. Сколько там у тебя? 5. А? 5. 5, мои 5. Это те берешь, значит, берем здесь. Да, да. 10 и там 10. Берем. Подожди, он что-то за ценой, видимо, они это. Да я не за цены, а просто то, что это. Ну а так-то что? Мы сюда ли все банки? Мы всегда нет, знаем. Не это, вообще про деньги. Никуда у нас расхождения не было. Ты сказал, что батюшка будет деньги. Я спросил, что там с людей-то деньги брать, он сказал, вроде нет. А вы мне. Так, в чем дело? Он говорит, вроде как говорили, что батюшка будет за это рассчитываться. Ну я-то рассчитаюсь, он со мной рассчитается, все. Какая разница? Там между собой как бы. Смотрите, мы свое берем, а за это мы заплатим. Смотри, кота увезут у нас. Ну, какой он растолстел. Сколько голубей сворвал у меня. Воришка. Ну, все понятно. Разгружать надо. Ну, я вот дедушке звоню. Что тут бегаете, а? Котя. Типа, сами толстопузый ходит. Здесь нет. Ну, а вы что-то не сходится. Ну, я понимаю, что... ну вот он мед какой. Там тоже 10? Да. Ну-ка открыть, посмотреть там можно. Давайте-ка я погляжу. Батюшка, нам мед привезли и спрашивают, кто должен рассчитаться за этот мед. Мы или кто-то другой? Нет, все, это. А, вон он у меня. Да, вот. Так, а у него раз, два, три банки. Столько же, да, 10? Все понял. Все, ну, все заберем, отдадим все ему деньги-то. А потом да, приедет, вот он рассчитается. Он кран. Батюшка договорился, что рассчитается сам с Геннадием Павловичем, а мы уже потом сами с ним рассчитаемся. Да. То есть сейчас деньги ему не сейчас давать. Сейчас платить не надо? Нет. Да, да. Ну все, тогда разгружайте. А то мы могли рассчитаться. Да. Я считаю, что это вполне подходящее. Мы не чужие друг другу. Батюшка мой родной брат. Сейчас, пока на крылечко. Вон она как разворачивает кран, смотри, видать. Вот замечай, где огоньки и как он идет дальше. Медленно поворачивается и плывет как это внизу. Так, это, за ручки дед говорит, не берите, не оторваться могут. Слава тебе, Господи, слава тебе. А это туда занеси 10. Он сказал туда занести. Вон там остановиться, около того дома. Ага. Мы когда берем здесь, у Геннадия Павловича, никогда не были мы в разногласиях. Тем более один раз в году я с ребятишками приезжаю, он кормит их, которые у меня дети приезжают, детский лагерь. Кружки свои, ложки берут. Он говорит, сахарный, говорит, мои пчелы не видят. Это настоящий мед. Мы тут пытались на днях отправить в Азербайджан. Но не получилось. Через границу не пропускают. Нужны какие-то документы на мед. Так, это туда подъехать. Вон около тех дверей там снимем. Вот, вот, вон. Да, да, прям туда. Это батюшки, он там возьмет. А это мои. Так, отдал деньги-то он? Батюшка рассчитается здесь. Что там спросишь? Вот он, нет, сейчас я его раздарю. Володя 2. Сестрам здесь по баночке. О-о-о. Так. Сейчас туда. Давай туда. Значит, ты не забудь.